Здравствуйте, фермеры. Здрасте. Здравствуйте. Сегодня здравствуйте. Нас пятеро. Как? Увы. Как это? Блин, их как фантастическая пятеро. Четверка же, да, нас пятеро. Какой? Мушкетеры и Констанция. Беда. Ты Констанция? Я Констанст. У меня отличная новость. Наш баланс подразумевает победу и финальную серию этого сезона. Отлично, отлично. Поднадоело, да, уже? Да, почти. Ну а что, одно и то. Мы же почему серии не выпускаем, вот мы? Потому что одно и то же происходит. И теперь мы накопили достаточно денег, чтобы сделать последнюю уборку и выкупить север. А? А? Юг или север, или все выкупить. Подожди, мы планировали выкупить север. Юг. Да, юг. Да, my география is very bad. Вот, сорян. Короче, давайте, значит, смотрите, что мы будем делать. Смут. А, смут. Ты с Пашей, наверное, занимаетесь мягкими вещами, типа хлопка. Угу. А мы с Серегой распердолим пшеницу во все стороны. Угу. А Антарес в красивой футболке. А я Сережа люблю пердолить пшеницу. В красивой футболке. Антарес, последишь за овечками, пока мы развлекаемся? Да, я за ними бегу. Отлично. Серега, куда ты комбайн тащил? Развлекаться тащу? Буду. Пердолить пшеницу? А я думал, я буду пердолить, а ты будешь... А? Я буду в тебя насыпать. Хочешь, мы можем поменяться потом. Нет. А где, что? А куда ты мне будешь засыпать? Я надеюсь, же не в природный карман? Я не знаю, нам надо убрать синий прицеп, потому что и тюкалку, и мне не подцепить жатку. Сейчас я отвезу прицеп. Пойди, отъедь. Давай. Возле элеватора стоит синий прицеп. Можешь взять мой трактор или там какой-нибудь помощнее. А у меня есть свой. Угу. А подожди, а синий прицеп это... А, все, понял. Ты понял, да, Серег? Я понял. Угу, огонь. А труба у меня туда влезет, интересно, нет? Да, влезет, не знаю. Ладно, тогда я... Тебе сейчас... нужно сначала выставить трубу, и чтобы Серега под нее подъехал, потому что если ты будешь выставлять в процессе, ты перевернешь прицеп. Ну, не перевернешь, но заденешь конкретно. Ясно, усики прицеплены. О, боже, как тут тесно. Вдвоем там уже сели? Да. В один комбайн? Че, Серег, с чего начнем? С длинного? Давай с длинного начнем. Любишь длинное? Mm-hmm. Ой, подожди, а мне туда же надо ехать через мост. А я проеду с такой жаткой вообще? А она цепляется к попке. Ты ее можешь сначала к попке цепануть, она, видишь, с колесиками и с гусиком. Так, подожди, где у нее жопа? Все, вижу. Сейчас я ее туда цепану, действительно, а то раздухарился тут. Ты посмотри на меня. Римыч. Ой. А, Рим. Да. У нас пока вот, начало... Пока все до этого момента уж точно досмотрят. У меня есть предложение по поводу фермы дальнейшей. Потому что давай. Все поймали тут немножко маленький дизморал. Короче, предложение такое. Мы продолжаем снимать ферму только при условии, если вот эта серия, которую мы сейчас снимаем, наберет 10, давай 10, да, 1000 лайков. Потому что трудов в нее вкладывается много, времени много, а фидбэк какой-то, прям не очень. Поэтому предлагаю 10 тысяч лайков, и мы пишем продолжение. Как мы идея? Придумаем цель для продолжения? Ну, я думаю, да. Ладно, мне нравится. Все согласны? Цель придумал. Да. Смутный молодец. Потому что как-то вяло уже неинтересно. Потому читать. Что действительно цели нету. Нет, цель есть. Читать фидбэк неинтересно, когда... Все либо тебя поносят, либо когда ферма — это самый популярный комментарий. Причем зачастую люди просто просят что угодно им туда запихать. Вместо того, чтобы оценить труд, который... Можно к 10 тысячам лукасов еще попросить, чтобы все на фидбэке написали свои идеи по сюжету третьего сезона, выбрать лучшую, к примеру. Не, это будет, я думаю, это будет продолжение второго. Я не думаю, что нам есть смысл прямо третий запускать. Да, если будет третий, то он будет когда-нибудь, но явно не зимой и не весной. Что, господа, положительные отзывы побуждают нас писать дальше ферму. Отрицательные отзывы, какие-то критика без аргументов или еще просто высеры нас морали. Нас побеждают, да. Все, я сказал, что. Согласен со смотрим на 999%. Откуда в его светлой голове столько идей, а? Вот мне прям интересно.
Так она потому что рыжая, она солнышко, солнышко, ты понимаешь, он ловит лучи, он ловит лучи. Ну я засмущался и красный сижу. Да, и в отличие от нас с тобой, Паша, у него есть на голове волосы. О, это да. А, ну парик наденьте, я не знаю, вы что, что вы как, я не знаю. О, а подождите, а кто у вас будет хлопок вынимать из задницы? Так он же высыпается прямо на поле. Нам... А, точно, забыл. Мы потом... А, кстати, слушайте, может ман взять в аренду? Ты еще не взял? Да, бери, точно, бери, бери. Паша, ты не бери его ман. Полностью, бери его спереди, нет, бери еще. Сзади его, я чтобы без подкатной тележки. Прям в ман. Все, включайте ваши таймлапсики, я пошел собрать хлопок. Серега, я начинаю. Давай. Сейчас я ставлю свой носик в жатку. Ума. О, подожди, не вставился с первого раза. Вот такое теперь нормально. Бывает. Да, у меня что-то часто в последнее время. Гусик свой выставляй. Сейчас, я подвезу подожди. Под него свой прицеп. Так, смотри, сперва я хочу сделать... я хочу вспомнить, во-первых, как это делать. И вот так, автоширина, надеюсь, она правильная, то будет очень печаль. 90, ой, 90. Есть предпочтение по цвету мана? А, не, мне пофигу, на твое усмотрение. Черный был в первом сезоне. Розовый, может? Давай. Серьезно? Да. Мы потом Ольку туда посадим. Разворачиваюсь, или, Серег. Или арендовываю. Ой, это уже не я решаю. Купить, арендовать? 130 тысяч, да? Сейчас высовываю свое длинное приспособление в твою сторону. Стартую. Так, скорость 10, Серег. Ну да, да. Пошла жара. Давай ты, блин. Стоять, в дождь вы собираете меньше урожая. Ну чё, перекур тогда получается. Ха-ха, классно мы начали, норм вообще, чётко. Ладно, ждем, пока дождь кончится. Я пока встану нормально. Продолжаем, Серёг. А, подожди, а где? Дождь не кончился. Идёт. Не, чё, закончится через час, в следующий час. Так, сейчас, подожди, давай мотнем тогда. Ты готов? Да. И поехали. О, паровозик, чух-чух-чух. Смотри, у меня уже сыпется из зеда. Ты рад? Мы когда развернемся с тобой, в обратную сторону ты у меня насыпать не будешь, потому что там неудобно нифига. Отлично. А теперь таймлэпсик. So dead.
Антарес? Да. Молодец. Он продал 700 овец на 600 тысяч. А еще Оля пришла. Привет. Привет. Че вы мои яйца размазали по всей площадке? Чтоб ты их видела везде. Мы готовили яичницу на бетоне, но у нас не получилось. Слишком холодно было. Тебе не жарко в шлеме, кстати? А я, когда засыпала, была зима. А, у тебя усы не упираются в этот шлем? Они из-под шлема. Оля, просто привет, медведь. Я, да, проспала всю зиму. Ну что, граждане, фермеры? Тут дырка. Где дырка? Ну вот, зачем убрали яйца? Я не знаю, кто это делал, это не я, на меня не смотри. Я покупаю поля, 48-й я купил, 36-й я купил, 35-й я купил, 32-й я купил. Сколько там у нас еще денег? 2 ляма. 31-е покупаю, 30-е покупаю. 29-е беру, 28-е подбираю, и остается 27-е, на которое у нас хватает. Все, нет, не все, 25-е, сука. Ты, кстати, забыл сказать, для особо душных подписчиков, откуда у нас столько денег, у нас параллельно с нами еще играет Кулер и Орел, и сервер работает, ветряки приносят денежку. Я думал, ты скажешь, что мы отбираем у них просто весь доход. Нет, ветряки крутятся, поаплодируем Смутному, спасибо, что выговорился. Форточку пойду открою. Подожди, а у нас что, черная пятница по полям? Что за скупка полей? Мы готовимся к финалу. Добро пожаловать на финальную серию по фарминг-симулятору второй сезон «Одержимых фермеров». О, вот это я залетела удачно. Да, нам осталось там миллиончик и все. Мы просто обсуждали до этого скупость на лайки. А-а-а. Да, Оль, да. Ты вот лайки не ставишь, поэтому мы продолжать не будем. А я, кстати, ставлю лайки даже с двух аккаунтов. Это разрешено? Положительной реакции мало. Ну, это все из-за меня, простите. Вот, смотрите, под этой серией будет много положительной реакции. Потому что ты меньше говоришь? Да, я никого не бешу своим... сейчас, подожди, я попытаюсь все сформулировать сразу в одно предложение. Не бешу никого своим прокуренным голосом, как вилкой по тарелке. О! И как у алкашки, ты забыла сказать. Да, точно. Иди на картах. Ты еще забыла сказать. Слишком много тупых шуток. Ну вот, не было. А я вам принесла целый прецепт тупых шуток. Вы готовы, дети? Про говно? Конечно. О, это мне больше всего нравится. Давай, давай. Жги. Сейчас, я не могу так сходу пулеметом. Надо, чтобы вы что-нибудь сказали, а я там уже подстроюсь. А, раз, два, три, четыре, пять. У Антареса недержание опять. Нормально? Он, в смысле, писает или какает? Ну мы же про говно. Я какаю, вот у меня все поле какашками закидано. Квадратными, вернее, прямоугольными. Вот так, они. Я пошел смотреть, что у нас по одежде происходит. Я придумал еще тоже тупую шутку. Раз, два, три, четыре, пять, вышел смутный поблевать. Вот это. Нет, тогда давай связист радугой. А чё радуга? Я сегодня шурму не съел. Ну вот ты ж этот, как его, овечка. Овечка-то почти поняшка. Подожди, а нет, по он не... Подожди, Антарес, я его видел, он не овечка. Да? Я думал, он овечка. Нет, он любит овечек. Он любит овечек. Но он не овечка. Он от них опылился. Опылился? Как пчёлка? Да. Ты думаешь, овечки так размножаются опылением? А здесь все возможно. О, черт подери. Смутный. Да. Профессор Смутный, а напомните, где у нас этот гардероб можно поменять через П? Через П? Да. Заходишь в самую последнюю вкладку. Снимаешь штаны и через П меняешь. Ой, все. Я просто в шлеме задыхаюсь. Сними его. Ну вот я пытаюсь. А. Для того, чтобы так не мучиться, можно было телепортироваться в ателье. Можно было не заходить в ферму. Нет, у нас же ателье рядом.
А там тоже можно менять шмотки. Чтобы не мучить зрителей. Или зайти в гараж. Там тоже есть гардероб. Я не пойду в гараж. Надену большой шлем. Ты всех зовёшь в гараж. Огромный шлем, да. И задохнешься. Не льсти себе, огромный шлем он наденет. Ну, пошла жара. У меня это по факту сейчас небольшой, и надо огромный одеть. Если бы не льстю, слещу, льщу. Да, смутный реалист. Если маленький смутный... Да, то это не приговор. Маленькому смутному маленький шлем. Звучит как программа развития какой-нибудь области. Я баллотироваться буду. Президента. Мой голос, твой голос. Хоть и маленький. А мой твои голос, деньги, как, это как, наши как, деньги. Что? Что? Все. Это все? Ну, я буду выглядеть соответствующим комментарием. Как быдлобоба? Так, мне да. уже интересно посмотреть, как это все выглядит. Судя по комментариям, я... очень хреново. Если что, я по-прежнему возле яиц. А я по-прежнему рядом с Сережей. Mm-hmm. А где Сережа? А я где по-прежнему я? На поле какашки оставляю. Рим, а можно мне купить? Блин. А денег нет. Чего? Тут чего, я чего? Опоздала. Да мне виноградик убирать руками, судя по всему. А, не. Возьми, продай одежду, будут деньги. Какую одежду? Подожди, у нас, по-моему, прицеп занят. Смут на нем гоняет, нет? Не знаю. Смут, ты гоняешь на прицепе? Сейчас я посмотрю. То он должен быть возле ателье, его там оставлял. Там еще у нас одежда есть. Антарес, хитрый жук, сразу продай одежду. Ты прям как этот, как нет, его. На самом деле он прав. Одежду надо продавать, а то нам последнее поле-то не купить. Ой. Ну вот вы свою и продавайте, а я, пожалуй, в комбинезончике покажу. Ну ты извращенка. Я извиняюсь, я с вами разговариваю, микрофон не включил. Ну, так и оставайся. Чего меня спрашивали? Уже ничего, мы тебя не слышим. А что по поводу кредита, нет? Можно взять кредит? А зачем? Взять комбайн? А зачем? Взять комбайн, убрать виноград, продать виноград. Зачем сейчас одежду продавать? Она дешевая сейчас. Подожди, может... 30,5 тысяч. Давай, бери, смут, ты босс. А может, тебе в аренду можно взять? А не хватит, не, ну, наверное, наверное. Можем и одежду продать. Прицеп там стоит возле... Отфе. Нам надо накопить лям, чтобы купить последнее поле, чтобы эта серия действительно случилась. Так если накопить лям, может, тогда продадим одежду и нафиг этот виноград? По факту. Так давай. Мы не покажем виноград. Какой-нибудь опять Максим Просто напишет, блин, что мы эти... Как их даже... Х-х-х-х-х, не знаю. Но не напишет, Самут. Не купили виноград. Я... Я его завернул в тюк и спустил по морю говна. Из-за вас у меня виноград превратится в изюм. Зато я буду женщина с изюминкой. С много изюминками. Звучит как реклама таиландских, я не знаю, массажисток. Смотри, Рим, справа этот бровешка валяется посреди поля. Оу, и правда. Я займусь этим, Серега. Я займусь этой головешкой. Иди сюда, ты говно. Я не... А, могу. Ты... Мы в тебя верим, ты все можешь. Ага, угу, да. Спасибо, я помню. Спасибо большое, спасибо. Я могу ловить рыб копьем. Мы это помню. Уже проверили. Помню, это не про тебя. Сейчас упадет тебе прям в прицеп. Бэк? Классно, я его засосал, а? Слушай, мне кажется, я могу его всосать даже до момента, когда он на ленту выезжает. Ну-ка, давай попробуем. Давай попробуем. Слушайте, а у меня что, пупуська выросла? Да. Оу. Обалдеть. Стой. Просто. Много там еще, Серега? Нет, 4800. Подожди тогда, мне надо выпрямиться. Сейчас, секунду. Мне надо, чтобы ты высунул его прямо в момент, когда я подойду. Но это так часто и происходит, в принципе. Вот-вот, ты готов? Я видел один ролик, который так же начинается. Там тоже были два мужика. Ты такие ролики смотришь, Смут? Исключительно, только такие. Блин, я был слишком далеко, не дошло до меня. Ну, сейчас на следующем попробуем.
Видишь, он даже не падает в меня. Все, забрал. Поехали. Mm-hmm. Я забыл, что ты поля купил, решил по ним поесть. Стой! Далеко. Нормально. Не хавает. Блин, я так у Антареса вытащил тюк из тюковщика. Подожди, ты куда? А может, это надо траву, потому что он сначала выпихивается и начинает... Так он здесь же тоже выпихивает. Нет, через секунду его начинает кто-то придерживать и мотать начинает. А здесь он его сразу типа выкидывает. Слушай, я хз, может быть. А еще советчики нужны на поле, я свободен. Да, он не засасывает. Че, Паш? Сейчас... Я говорю, еще советчики нужны на поле, я освободился. Арим ответил, да, он не засасывает, поэтому иди. Теперь ты. Я засасываю, позовите меня. Так, короче, нам надо лям, товарищи. Продавайте все, что есть. Нику. Антареса там продавайте. Ой, Антарес был уже недорого стоит. Да нормально, почка 900 тысяч, по-моему, на черном рынке. Да его почки столько не стоят. А печень так тем более. А, так, хотя еще нет. Два тюка. Паш, хочешь продать вот это вот круглое Подожди, говно? Подожди, я застрял в Сереже. Подожди. Как это? Все, я вышел из Сережи, все нормально. Сережа узкий. Так, куда мне идти? Давай я продам что-нибудь. Сейчас три тючка и можно будет продать. Антарес, хочешь еще раз продать ткань? Я еду. Отлично, давай. Так, а Оль, где мой трактор? А ты сразу после можешь яйца продать. После чего? После Антареса, у нас же один прицеп. А, хорошо. Антарес, свистнешь, когда освободишь прицеп? Я после тебя яйца продам. А теперь вопрос. Вот я возле ателье. Куда делся прицеп? Смутный. Да он здесь же был, прицеп у нас на парковке. Я не трогал прицеп. А он у нас на парковке, где плуг, укатили? Вот это все. Тогда еду. Давай, едь. А, вот его, сюда и притащили. Да, все-таки от первого лица тоже классно ездить, на самом деле. Это ты спустя два сезона фермы понял? Все понятно, короче. Я тебе от лица подписчиков говорю. Точно от лица? Ну... Там уж только подписчикам известно. О, кнопочки то, работают, серьезно. Подписчиков эти звуки из другого места. Паш, готово, можешь продать это дерьмо. Я мучу. Я тебе сейчас трактор... А, понял, держи. Приберись. Ой. О, вот это ты прибрался. Да, я могу. А ты где, простите, ты наблюдаешь за мной? Да, у меня так куры гнестись не будут. Я думаю, что они так мало несутся. А я еще две переехал, только перья во все стороны. Отлично. А вы хоть гриль сделали? Одну из них я назвал Оля. Шалик, я так и знала. Вообще-то это был мальчик. Ни хрена подобного. Кудахтала как девочка. Ну, знаешь, некоторые мальчики кудахчут как девочки. Да, смотри? Так, 27 тысяч. Это, конечно, ни а о чем. А вы меня чем нагрузили? Сеной? Соломой. Или соломой? Солома. Слава. Это солома. О, да ладно. О, ты не снималась в козырьках? Да встань, да, не да. надо. Нет, не я нужно же... преклонять колено. Я, конечно, ЧСВ, но не настолько же. Мне просто, чтобы пообщаться, надо на карты сесть. А зачем тебе перчатки? Ты что, чистоплотный гопник? Ну, чтобы отпечатков не оставлять. В них сынки удобнее лускать. В перчатках? Да, чтобы пальцы не стирались. Это гопотинская тема, ты не знаешь. А, ну, сорян, я, понятно. У меня все время только это, гоп-стопили. Типа, телефон сюда давай, там вот это все. Да, а у меня да. и телефона-то не было никогда. Вот они, конечно, обламывались. Я говорю, вы нищеброда тормознули, чуваки. Ой, все. Рассказывали мне братишки про одного. Блин, как бы так назвать, чтобы не сильно обидеть. Киришку. Нет, я же тебе придумала название. Сережа, к
как? Нет, нет, Серег, пожалуйста, сейчас, не надо. Сейчас, нет, 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 сейчас. Серега, ты же друг мне. Мы с тобой вместе тюки делали. Сейчас, сейчас, подожди, я вспомню. Блин. Давай, Серега, не вспоминай, не вспоминай. Занимайся своим делом, не отвлекайся. Сейчас, блин. Слушай, ну тебе, походу, повезло. Надо флешку звать. Не надо флешку звать. Флешка занята. А я помню, кстати. Карту открыть. Суки. Я помню, я помню. Нет, карту ты закрой. Это уже обман. Это ты должна сама вспомнить. Или ты прекращаешь шутить над моей старостью. Ладно. Где мы тогда были? Сейчас, там подожди. Делай тюки. На меня. Делай тюки. На меня. Я родился в год змеи, я могу сделать так. Да, я кролика, я к тебе не подойду. В смысле, я что, тоже змея, что ли? Душишь? 89-й? Так это ты должен быть душным, Рим. Нет, мы другие, мы душители змеев. Ну, это понятно. Повелители шлангов кожаных. А я не скажу, год, кого я родился. Обезьяны? Быка. Нет. А, блин. Ты серьезно, в год быка? Нет. А кто там еще я, такой? Я не настолько баран. Старый. Баран там. Сразу на оскорбление переходит. Да. Ну а почему он еще не может говорить? Ну, бык не может, наверное, быть бараном. Стыдное. Ну, не знаю. Так и баран быком может быть, на самом Зато деле. Баран может быть человеком. Кирюха, шевелюха! О, боже мой! Я это сделала. А чем? Да, на карте нашла. Я молчал, а я молчал. Да ты, потому у вас там компы рядом, ты, наверное, пальцем тыкал в монитор. Вот, все понятно. Шевелюха, когда чем? Вы это на ферму орла значок посмотрите, поймете. А, да? Сейчас. Год чей? Петушара. Чё, смут? Я говорю, сзади ко мне не подходи. Ну, это будет тяжело сделать, учитывая, что ты на дереве. Ну, кто-то мою моду взял. Угу, плагиат. Вторичность. Кукушка. Вы готовы, дети? Да. К чему? К хорошим новостям. Давай, мочи. Мочу. Давай. Давай, Антарес, давай, сделай это с нами еще раз. О, Бабленский, давай, еще, не кончайся. Так, 611 тысяч. А там у нас еще есть, сейчас я приеду, заберу и отвезу. Оль, Оля, смотри, короче, берешь вот этот трактор мой, вот этот классный, охренительный трактор. Берешь, значит, трактор, заводишь его, цепляешь вот этот синий прицеп. Он у тебя без предварительных ласк заводится? Да, там мне ничего не надо делать. Просто потеребонькой палку эту. Я чуть-чуть дал вам. Синий прицеп? Синий прицеп, да, синий прицеп. Фуражный, да? И едешь в закат, Оля. И уезжай отсюда нахрен. Нет, на самом деле, вот сюда его подвози, где я стою. Загружай его пшеницей и продавай ее нахрен. Итак, можно остановить. Тормози, да. Чего вы сразу орете на меня, я не пойму. Газанул, потому что вообще на ровном месте. Что сделал, газанул? Газанул, ну. Фурием. Да я, простите. Фу, таким быть. О. Опять ты фандишь. Я в плуг это сделал. Кстати, Паша. Видишь, почему он так потрепан? Ты можешь съездить на длинное поле, и там тоже лежат какашки. Это он тебя так завуалированно нахер послал, если что. Нет, я оценил. Нет, ты можешь съездить на длинное поле, я тебя там жду, если что, я родился в год петуха. Жду тебя под тюком. Слушайте, Оль, давай подъезжай уже, что за медленность? Как, да подожди, а как отдалить, если у тебя скролл не работает на мышке? Никак. Страдай. Поезжай, он поезжай, Поль. А, спасибо. Не работает. Это... Над стрелочками правые работает, две кнопки. Работает. Я знаю, где down page. Это такая квадратная штука перед твоим лицом. А, какая штука? Какого цвета? Да загружайся уже. Хватит шутить, Оль. Давай. Не валится почему-то. Произошел фермобуллинг. Еще, да? Она выбирает нам еще.
Я выбираю, да. Все, пошло, пошло. Так, надо же посмотреть, куда продать, да? Курям дай сначала. Да, в общем, либо сначала на полный курей, либо уже потом. Сейчас сначала легче будет. Ну, можешь сначала наполнить курей. Так, что у нас дальше происходит? Автоматически заполнится и остановится или через край? Да, нет, так не работает. Это же ферма. Здесь ничего нормально не работает. Было бы прикольно. Так, а где Паша? Паша? Я здесь, я ищу тюки еще. А, все. Я просто как раз хотел тебе предложить собрать поле, собрать тюки на поле. Я почувствовал это. А, ты на длинном поле у Антареса? Нет, я на поле... Сережка. На коротком сережке на поле. Смут, Смут, возьми эту виноградную падлу в аренду. Yes. Of course. Так, а где курей кормить? Вот в эту длинную... Поле? Хранилищу? Нет, вот это вот. Да, да, подъезжай сюда. Можешь на поле заезжать, оно уже все собрано. Надо, взял, чтобы жопа была рядом с элеватором. Ну я дальше вот мощную жопу. Длинная Толя. О, все. Стой! А, правильно, да? Да, все правильно. Оно остановит? Да. Оно остановится. Я прям перепугалась. Сделай то же самое с другими курами. Я сейчас, да. Ну я хожу, руковожу. Кто хотел, чтобы я так делал? Я это хотел. Я. Мне так нравится, да, когда ты руководишь и не мешаешься. Виноградная падла взята. Нет, это же надо похвалить и обосрать одновременно. Все понятно, все понятно. Кирюха. Антарес, ты... Не надо, не надо. Усами шевелюха. Да, я вас слушаю. Я понял, ты повез еще, да? Да, и там осталось 4 поддона. Слушай, на обратном пути возьми всю шерсть, которая у овечек родилась, и перевези ее на эту, на пряжу. Ага. Ты просто как раз тебе по пути будет. Тут уже 4 палета. Не полных, правда, 2, но пофиг. Запустим процесс. Я могу, в принципе, это на погрузчике пока поделать. А, у меня геймпад не подключен. Не хочу без геймпада, не умею. Возьми мой. Ну, тогда вези этот, слышишь? Вези прицеп, который я везу на виноградное поле, я на погрузчике погружу все. Давай. И сразу вопрос. Я понимаю, к чему все идет. Если вдруг мы наберем каким-то волшебным образом 10 тысяч лайков, я напоминаю, то что мы будем делать? Юг у нас почти весь куплен. Какая цель? Скупать конкурентные поля. Обработать его. Ну, смотри. Во-первых, мы можем эти поля все привести в чувство, да. Подожди, я хочу пошутить. Вот сразу видно, что Антарес дальше рабочего в жизни никуда не пойдет. Не менеджер сразу. Обработать его, блядь. Вот обработать ему приходится. Поля обрабатывать. Да. Продолжать. А ты с каких пор начал предупреждать, что ты сейчас пошутишь? Я что-то пропустила. Это первый раз был. Я попробую. Мне для монтажа просто удобнее будет вырезать. В следующий раз не буду предупреждать. Мне не понравилось. Ну так вот, какая цель-то? А я не знаю. Ну, может, отобрать поля у конкурентов, у соседей? Прям скупить все. Вообще, будем хозяевами карты. Смут, а что мне с этим прицелом, прицепом здесь делать? Прицелься в виноградное поле, где-нибудь рядом привези его туда. А дальше что делать? Просто поставь, потому что виноград в другой прицеп не собирается, только в этот. А этот трактор увозить обратно? Трактор можешь увозить. Нет, трактор оставь там, пускай будет. Ты можешь доехать на такси до магазина и еще виноградный комбайн туда забрать, туда же перевезти. О, давай, как раз я люблю ездить. Да, Оля будет собирать. Я люблю собирать. Так, идеально. Семена чьи там валяются? Мои. Это кулера. А чё кулер свои семена на наши поля разбросал? А мои это... забрали оттуда уже? Я не знаю, тут 3 пакета. Ну я помню, что ты просил как-то Антареса забрать их. Прикольно. Не знаю Антареса, он может забить на это. Когда? Чё? Это Оша. Антарес... 3 серии назад. Может быть, это и наши семена. 3 серии назад я забирал. Петуха ты за пазуху забирал. Моего.
Простите. Петух. Нет, возможно, там и наши семена. Не, Сантарс? Он писал, что ему 12 тонн семян делать некуда. Так, а все, не... не обижайте Антарес, а то опять напишет, вот это с этой вот прокуренной опять их булите, и этот вот... А, кстати, почему про Смутного никогда так не пишут? А он ведь потому не менее... Потому что Смутный красавчик вообще. И не курит. Делает четко. Смутный проплачивает. А потому что он самый рыжий. Да, ну, и песню пишет про вамбатов дебильные. Да, которые не оценили. На Spotify загрузил 0 рублей, 0 копеек, пошли в жопу. Подожди, это вообще-то я сводил песню. А где моя доля? А ты думаешь... 0 рублей, 0 копеек, забирай свой 0 рублей, 0 копеек и давай. Ну вот, это уже другое дело. А ты думаешь, так, да, это делается? А как же, как это называется там... Я забыла слово, я не могу быстро сказать. Старуха. Ой, ненавижу вас. Кто проехал вдоль 30... Не, ну ты посмотри, а. Больше не буду с тобой поля убирать. Я впрягся за свою благоверную. Угу, угу. Она все время меня старым хером называет. Зачем ты меня не защищаешь? Так ты сам себя так называешь. Ну, так это ж любя. По факту. Я любя. Мы тоже. А мы... А как ты понимаешь, что мы не любя, а ты любя? Я Паша, ты можешь ехать в закат, я тебе разрешаю, ты полный. А я смутный. А что ты начинаешь на меня гнать? Внешне старый, но хер молодой. Я скину к лету, успокойся. Я про твой прицеп. А, у него еще и прицеп. Я тебе в прицеп накидал там полный. У Паши 3 прицепа, если что. А, да. 3 вагона у него, а не прицепа. Как-то на болезнь больше похож. Я знаю, Рим, как тебя называть старым, чтобы ты не обижался. Мудрый. Нет, я буду говорить... Нет, я буду говорить «старохерушка». Это что-то деревенское такое. Старохеровинка. Но мы же на ферме. А, спасибо за уточнение, нормально. Так, ладно, я что-нибудь придумаю с этим. А это в смысле не понравилось тебе? Не, мне нравится, нормально. Ой, блин, надо трактор убрать. О, да, Смут, можешь подъехать, отъехать. А Оля старая куряга. Хорошо не коряга. Коряга — это крем для челюсти. Зубы вставлять. Ну, тебе-то виднее. Там как корега. Ну, корега, но звучит как корягу. Дайте мне корягу. Откройте окно. Антарес, надо корегу. Вы сейчас... Корягу ему надо, да. Все рассказали о том, что вы старый. Я вот не знаю, что такое коряга, корега. Корега. Так, а как мне ссыпать? Не понимаю. Ты заполнился уже? Нет, я пытаюсь... Я думал, его надо вообще прицепить к комбайну. Кого? Ты есть комбайн. Я есть комбайн, да. Ты собирай, вот вставляй, чтобы у тебя центр лозы был прям промеже ног. Я есть. Круто. А, то есть это вы Ольке купили поле, Олька поставила это самое, а она сейчас возит пшеницу, а вы этот Замысловато как-то. Я просто попробовать, что вы сразу орете, что-то она не едет дальше. Подождите. Застрял. У меня проблема, ребятушки. Я уже предвкушаю, как она кайфанет, когда будет собирать это говно. Нет, с GPS-ом на самом деле нормально. Она уже собирала. Да. Подождите, вы не слышите? У меня проблема. Ну, давай, рожай, смыслю. Я родила уже, принимайте. Короче, я подъехала туда, где надо продавать. А тут зеленый свет на железнодорожных путях. Это потому что ЖД. Ехай в другое место. Блин! Ты как будто его не собираешь, Хрим. У меня добавляется бункер. Ну, тут вот я вижу, висит лоза. Юрия Лоза. Слушай, Смут, ну набирается бункер. 338 литров, чё? Ну, ладно. Не знаю тогда, что делать мне. Может, надо что-то опустить или поднять наоборот? Я могу только разложить машину. Ну, виноград висит. Что, Антарес? Я говорю, пшеницу везешь? Да. Слушай, а может просто надо медленнее, нет? Да нет, что-то то висит, то не висит. Мне короче, просто... выбирай, что хочешь из того, что там есть. Там цена одинаковая. Мне кажется, это текстурка просто. Я вот тоже думаю, что... Обновилось, да, багануло просто. Угу. Вы там мой виноград портите? Я собираю лозу. Юрия? У него всего одна песня была. Напой. Не про надо. Плод.
на маленьком плато, ля-ля-ля-ля-ля, я не буду. Нормальная песня, кстати. Да кто ж спорит? Со смыслом. Да-да. Со смыслом. По-моему, там в песне смутного про вамбата смысла больше было, нет? Ну, это Олин кавер, он без смысла. И бессмысленный, и беспощадный. Бессмысленный кавер. Кавер. О, нет, на самом деле, Серег, в коврах всегда есть смысл. Ну, это да. Блин. Так, плюс 17. Так, каким образом я к кулеру заехала? А это точно не кулеровская? Все, Оль, я последнюю доделываю, вот вторую сейчас, и оставляю тебе развлекаться. С пшеном. Не надо, подожди, я хочу посмотреть точно. Она сейчас кулеру продаст. Нет, зерновой элеватор GCHB, это же не кулер. О, плюс 150 тысяч, да. Ой, а откуда? Что это продали? Это что? Остатки одежды. Все, одежда нормально. Кончилась. Мы все голые. Профессор себе, полтора смотный. Миллиона. Так, все, я его тут оставляю. И знаете что? 200, я вас 300. Поздравляю, мы официально скупили весь юг. Офигеть. Давай, давай. Не могу все. Я. Не могу нажать эту кнопку. А вот все. Все. Весь юг карты наш. Да, можно еще купить кусочек вот этот маленький, который наверху находится, но я думаю, что он нахрен нам не нужен. Он даже без полей. Так что да, у нас вся полкарты куплена. Обалдеть. Вот это мы классно, земельные, да? Магнаты. Угу. Да, да, да. На самом деле я не очень понимаю, что можно еще сделать здесь на ферме. Мы видели все производства. Мы скупили полкарты, как и хотели. Так что вот. Как ты бы, мне Оля, специально свой трактор дал? А чего, тебе не нравится? Да он так едет медленно с этим прицепом. Я прям 8 километров в час. Оль, ты в горку едешь. И че? Возьми пупуську. Она назад будет ехать в горку. Зато тогда быстро. Не жалуйся. Окей. Не, ну у нее аргумент «И чё?». У Смутного, по-моему, мощнее трактор. Вам виднее. У него большой шлем. Шлем больше, да. И шлем больше, и трактор мощнее. И комментарии лучше. В чем твой секрет? Просто Смутный красавчик. Пойду создам канал, наверное, свой. Давно пора. Подписывайтесь на Смутного и ставьте ему лайк. Как только у него появится канал. И первый лайк. А я Смутный. У меня есть свой канал, правда, катетерный, но ладно. Ты забыл сказать, что у тебя есть нога. Ты ошибся в слове канал, написав букву А. Написав букву К, ты хотел сказать. Ты даже подожди, я и сказал «К», что я проглотил. Боже мой, господи. Я проглотил букву «К». Я с вами просто зарываю свой талантище в землю. Иди на Comedy Club. Ты что? Фу-фу-фу. У него высокоинтеллектуальный юмор. Да, там не поймут, сорян. Зачесался Мартиросян что-то здесь. Блин, а куда ты загружаешь? Оль, ты придешь? Ты когда придешь? Да я не знаю. Я тут... Это Оля, какой прицеп ты уже тут продаешь? Тут загружаю. Помогите ей с прицепом, пожалуйста. Я ненавижу пшеницу. Пшено. А подожди, а это первый только прицеп, да? Да. О, да, беда. Сам ты беда. Я? Я не беда. Оля. Вот сюда. Да я там была. Я думала, что я не пройду по высоте. Ну, а больше некуда выгружать круг. Ну, я проехала круг, да, посмотрела, что нет. Я вошел во вкус, я сейчас уже полполя уберу. Виноградного? Угу. Да заезжаешь ты спокойно, давай езжай. Ну, я боюсь. Интересно, как выгружать отсюда? Давай, мы ждем денег. Подожди, и все. Готовы, дети? Давай, жги. Да. У меня клаустрофобия в этом гараже. О, пошло. Пошло. Прицеп сквозь крышу. Это что за бред? Это фарминг-симулятор 22. Новый трейлер. Реалистичного симулятора фермы. О, нормально, 40 тысяч прицеп. Клево. Я смогла. Все, давай, возвращай прицеп на базу и садись в твой прекрасный комбайн. Смута, а как выгружать? Объясни-ка мне, пожалуйста. Подъехать к прицепу и выгружать, как обычно. Задом к боку? Ну, боком, задом. Что? Чем подъехать-то?
В смысле, ты как обычно, подъезжаешь задом к прицепу и выгружаешь. А, ну, да, там попробуем. Надо точечно. У тебя чё выгружалки надо? Сзади выгружалки. Они не открываются даже, что надо сделать, что ли? Да, я не подъехал, все, подъезжай. Без смутного ничего не открывается. О, вот так. Ни хрена себе. О, да. Антарас даже пришел посмотреть. Смотри, это как будто трансформеры. Ну, я сказал, задом к боку. А смутный такой нет. Опять Антарас подглядывает. От петуха. Я твой задом к боку не понял сразу. Я же не знаю, что ты там имеешь в виду. Привык там со своими быками. Подожди, Смут, а ты в год кого родился? Дракона. То есть у нас дракон, змеи. Серега, ты же тоже змея, подожди. Нет, или ты не дракон. Змея? Я тоже Паша дракон. Змея. А, мы с Пашей змеюки, Серега дракоша, Оля кролик, Антарас петух. Отличились. Я кот петуха. Антарас, просто по факту. И это не год. Это год. Так, значит, самые уязвимые нашей ферме это Антарас и Оля, да, получается? Да чё это? А, я вам мозги выклюю. А я, кстати, кот-кролик. Ну, вообще кролик. Я очень быстрая. Дерзкая. Понос. Как баба резкая. Не все бабы резкие, на самом деле. Я резкая баба. Чёткая. Я сегодня заходил в магазин, и мне продавщица полчаса, сука, искала шоколадинку. Поэтому она точно не в год этого кролика родилась. Наверное, в год ленивца. Знаешь еще какие бабы нерезкие, которые перед тобой в банкомате стоят? Вот они все. А, да, особенно когда они нажимают на одну и ту же кнопку 10 раз, а он просто тупит. Да, да, да. Антарас, я за тебя не вижу дупло свое. Резкость кроликов не по шоколадкам же меряют, нет? Ну, у Рима по шоколадкам. Это надо у Сереги спрашивать. А я так с причем? Так действительно, а это вообще не... шоколадку находит, Серёг? Смотря где я её спрячу. А я бы нашёл Пашину шоколадку. О! Там... Ты посмотри, какой дракончик, а? Раздраконился. Раздраконил меня. Облазняет его змеями, да? Слушайте, дайте выпустить дракона, пожалуйста. Я боюсь, что тебе скорее змею запустят. Держи своего дракона в шлеме. Две змеи. Дабл пенетрейшн. Да, один раз живем, и на это согласен. Паш. Один раз не Антарес, да? Приступаем. Ой, господи. Шутки достойные Максима просто. Чё? Я говорю, шутки достойные Максима просто. Вы даже запоминаете, господи. Боюсь, он я не поймёт. Я обещал в той серии, понимаешь, упоминать человека. Он отключился в комментариях. Я обещал упоминать и хорошие комментарии, поэтому сейчас я посмотрю секундочку, кто там у нас был. Мне очень понравился комментарий. Ты говнюка сейчас упомянул? Да. То, что он говорит. Я бы даже сказал не говнюка, а намного хуже. Просто я обычно не матерюсь в роликах. Так а зачем? Они же будут теперь писать только плохие комментарии. У нас, чтобы... я думаю, будут. Финал. Что там будут писать уже? А этот просто кукарача, он уже не сможет писать комментарии, к сожалению. Ну, пускай просто слышит. Просто слышит. Эх. Оль, ты будешь убирать свои виноградинки или что? Отстань от моих виноградинок. Да я почти уже все собрал, ты должна прийти. У меня, между прочим, больше виноградинок, так что вот здесь я, кстати, нормальная. А то вместо женщины с изюминкой будет Кирилл с изюминкой. С виноградинкой. Я... Ну... Я пока лозу почешу, пока вы там спорите. Зачем ты Юрия мучаешь? Если чешется лоза, это тебе к врачу. Юрий Лоза, кстати, возможно, в жопе, коза. Плоского? Плоского мира, да, ты не знал? Нет. Вообще Земля плоская, если что. Да, и на трех китах держится. А где ты? Я тебя не вижу. Подожди, на трех черепахах вообще-то.
А, да, а черепахи на китах, да? Там же были киты. Подожди, нет? Там были. Слоны? Нет, слоны, черепаха, черепаха на китах. А, вот говоришь, киты были. Слушай, смутного вижу, а тебя не вижу. Опять прохлаждаешься там где-то. Я взял прицеп и сейчас повезу пшеницу. Так ты садись за комбайн-то, он тебе оставил его. Так и где он? Вон он. Паша. Ой, не видно ни хрена. А ты этот освободил? Шоколадку свою. Нет. А нет еще. Ты до сих пор подбираешь тюки? Да. Как он из такого маленького носика так быстро насыпает, а? Под давлением. А? Гидравлика? Он долго терпел. А. Ты ж сам должен знать. Я обычно так не делаю, нет. А ты долго насыпаешь? Когда это? Могу полдня это делать. Так, а куда везти-то? А куда-нибудь. Там а что такое Марисон? Это поезд. Понял. Самый вкусный, самый... Да, туда не надо ехать. Да, который давайте может... попробуем, кстати, реально. Я готов. Да в жопе, в жопе. Антарес, минус 50 тысяч, это только у тебя было. Я готов попробовать за 1000. Нет, я повез уже, все. Успокойся. Когда много, а ты тон сразу продаешь, то на самом деле выгодно на поезд сгружать. Абсолютно согласен. Ты же сначала сгружаешь не на поезд, а сгружаешь в элеватор при поезде, по-моему. Потом приезжает поезд, и ты с элеватора загружаешь поезд. У нас осталась там одна ходка в этом, в элеваторе, поэтому забейте хрен. Если бы мы 3 туда загрузили, то да. Ой, все. Старохерушки, ничем не угодишь. Да. Что, тебе даже ответить старый хер звучало нечего? Намного... моложе? Да. Крепче, тверже, да? Ну да, старая херушка как-то... как бы это сказать так сейчас? Ну не вяло, а... Я не могу придумать слово. Смутный, помогай. Блин, поворот просрал. Ладно, я молчу. О, смутный покинул нас ненадолго. Но он обещал вернуться, кстати. Одержи в курсе. А, смутный ушел, и тишина. Ого, а Шантарес заговорил. Грустно. Да. Может забанить? Да, я думаю, да. Опа. У нас еще потери. А кто? Я еще здесь. Как раз смуты вылетели. Хотя всем насрать, ну ладно. А ты молчи больше. Да я вообще молчу. Ой, я зависла или застряла? А, застряла. Ну, получается, все. Я кончил с соломой. Поздравляю тебя. Спасибо. О-о-о-о, это видели? Я это видел. Что нет? Круто. Что там? А он как... Космическая программа Чили. Мы запустили тюк сена на орбиту. В космос, да. Первый космический тюк. Чили-вили, да. Space Hair. Наш. Space Сена. Белка, стрелка и сена. О, нормально, я держу. А Серега, а ты последний тюк сплюнул, нет? Блин, у меня тоже Дискорд лег. Ну что, товарищи, мы приближали этот день как могли. Финал подъехал к нам, как Орел и Кулер Грин. Так что я поздравляю нас всех с этим дерьмом. Ура! Ура. А надо радоваться или ура, грустить? Ура, ура, ура. Я думаю, надо радоваться. Тогда да. Ура. Тогда радуемся. Да. Тогда ура получается. Ура. Товарищи зрители, у меня есть хорошая новость для вас. Орел и Кулер продолжают ферму, у них еще будут выходить серии, ссылка будет в закрепленном комментарии, так что ходите к ним, ставьте им там пальцы вверх, вниз, вправо, влево, во все стороны, и вот, собственно, да, потому что мы не умеем играть в ферму. Че, давайте подводить итоги, Орел, Кулер, что вы скажете? Ну, давайте. Что, как итоги? Нормально, я свалил на свою ферму, меня больше не донимают ваши шуточки, я доволен. Не хватает только смутного. Хорошо, Орел. Мне нравятся твои итоги. А теперь... Это был мой последний коуп. Вон там сзади есть трактор, пупуська, видишь, да? Тебе в ту сторону. Кулер, что ты скажешь? У меня все хорошо, занимаюсь вот оливки. Да насрать, чем ты занимаешься. Как тебе сезон по ферме? Отличный.
Это все? Стало развернутый ответ. Нет, на самом деле все классно, мне понравилось. Было интересно, весело. Ладно, мы тебя больше задерживать не будем. Сейчас мы поворчим, и все. И на этом прекрасное. А, еще заставка будет в конце, не переключайтесь. Так что, а то сейчас услышите, все, мы финалимся. Нет, нет. Это уже не для тебя кулер информация. Ты, в принципе, можешь составить компанию Орлу. Он там, сзади. Давай, до свидания. О, смотрите, как он может. Ну что, пришло время прощаться. Антараса, кстати, нету с нами. Он приболел, поэтому мы его все желаем выздоровления, скорее всего, и быка под бок. Теплого. Чтобы рогатого. Че, кто хочет высказаться? Я думаю, нас Олька за двоих выскажется. Лесру. Давай, Оля, нарви душу. А че я? Она да как официально? Это был тяжелый сезон. Не-не-не, в жопу официальность. Давай по-другому как-нибудь. Слушайте, я не знаю, как там зрителям... Кому как, мне было весело. Я кайфанула. Не так, конечно, как от первого сезона, потому что слишком много, но мне понравилось. Виноград я вырастила, пупуську свою получила, курей развела, яйца собрала. В общем, я довольна. Все. И Сережа тоже. И Сережа тоже. Нормально, нормально. А Смут? А Кюр? А Дикпик? Получил. Который хочешь? У тебя два? Свежий. Скажи, скажи. Да чего, нормально. Мне вообще, да, все зашло. То есть я бы и дальше выиграл, на самом деле. Уже на запись, не на запись. Мне все устраивает, я кайфанул тоже. Поржали. В комментариях напишут, что все говно, шутки про говно. А мне нравятся шутки про говно. Люблю. Я обожаю шутки про говно. Теплое, мягкое говно. И коричневое. И коричневое, да. Про говно проще всего шутить. Пашка. Я люблю вас. А мы тебя. Говно. Мое говно. Нет, я также кайфанул от игры. И, наверное, действительно, я также продолжу дальше играть. Я вас люблю. Спасибо, что играли со мной. И овечкин, люблю овечек. Нормально, нормально. Так, все, тогда я предлагаю нам с счастливым лицом проследовать на границу карты. Все, всем спасибо за запись, это было классно. Услышимся в новых коопах. Пока-пока. Call me